Австрия и Дания выходят из карантина. Хорошая новость из ЕС. Дания стала вторым государством в Европейском Союзе, которое анонсировало постепенный выход из карантина, сообщает Bloomberg. Днем ранее канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение убрать ограничительные меры в стране. Так, с 15 апреля в стране начнут открываться детские сады и начальные школы. Премьер-министр страны Мэтте Фредериксен подчеркнула, что правительство начнет переговоры с представителями бизнеса о постепенном переводе сотрудников в офисы. «Число новых случаев заражения достаточно невелико, и можно ослабить карантин», – рассказала Мэтте Фредериксен. «Нам удалось избежать несчастья, которое постигло ряд других стран. Все это благодаря тому, что мы начали действовать достаточно рано». В Австрии Себастьян Курц представил вместе со своими соратниками, вице-канцлером Вернером Коглером, а также главами Минздрава и МВД. Было объявлено, что с 14 апреля планируется возобновление работы небольших магазинов площадью до 40 квадратных метров. На 1 мая запланировано открытие всех остальных магазинов, а также торговых центров и парикмахерских. В середине мая возобновится работа гостиниц и ресторанов, а к концу июня, как ожидается, будет снят запрет на проведение массовых мероприятий. Напомню, что с 14 апреля, по официальной информации, ожидается открытие визовых отделов 4 стран Евросоюза и СНГ. В ближайшее время мы уже сможем подать документы на рабочие визы в Польшу, Норвегию, Германию и Швецию, которая вообще не объявляла карантин, и у которой работает 90% предприятий и муниципальных учреждений.